Всем привет, у нас сегодня в обзоре очень крутое термобелье, которое, внимание, сделано в Украине, сделано в Карпатах. Обалденное термобелье, которое можно купить по отдельности, как штаны, так и, собственно говоря, футболку с длинным рукавом. Хочется вам сказать, что модель, которой штаны называются Ivor, и сделана из 100% полиэстера, а верхняя одежда, футболка с длинным рукавом, называется Menchul, и сделана также из 100% полиэстера. Ведут они вот таких вот интересных тубусах и предназначены для быстрой ходьбы в горах, для интенсивного катания на лыжах, ну и, конечно же, бег по местности. Ну, идеально подойдет для тех людей, кто по-настоящему любит зимние активности. Это термобелье имеет согревающиеся способности, отводит влагу и очень эластичный материал. Ну что ж, давайте посмотрим сначала на штаны, ну а потом и на футболку. Штаны у нас вот так вот выглядят. Пояс на резинке. Швы прямые. Ткань сетчатая. Резинка внизу штанов. Очень приятный на ощупь. И очень хорошо выглядят. Быстро, кстати, сохнут и отводят, конечно же, влагу. Теперь давайте глянем на футболку с длинным рукавом. Она у нас идентично штанам, швы здесь также плоские, воротник у нас здесь зауженный, манжеты на рукавах, ну и, конечно же, сетчатая ткань, которая очень быстро сохнет. Ну а теперь давайте померим это термобелье. И не забывайте, огромный выбор крутого термобелья и, собственно говоря, вот этого вот украинского продукта имеется на сайте mandryvnyk.com.ua.